И... Всем привет! Сегодня я пробую свою машинку. Я уже ее подсоединила. Она работает. Это педалька. Вот смотрите. Я нажимаю. Тут я налила краску, взяла ватный диск. Сюда я в перекись водорода, в баночку налила воду с мыльным раствором. Вот краски, стартовый набор. Я очень волнуюсь. Я сейчас попробую ручкой нарисовать просто от руки рисунок какой-нибудь с телефона и буду его пробовать. Коврик движется. Сейчас посмотрим. В общем, вот что у меня получилось. Линии очень тяжело делать, потому что я неправильную иголку выбрала. Я взяла, наверное, пятерку, потому что написано было, что это 5. Толстая очень. Я не разбираюсь, конечно, ни в каких иглах, но вот тут вот на этикетке написано 12.05 RS. Я думаю, что 5 это пятерка, то есть иголка состоит из 5 иголочек. И для того, чтобы, например, сделать тоненькую татуировку, линию тоненькую, надо, наверное, троечку. Ну вот зарисовка, заштриховка. Блин, не видно, да? Намазала тут, потому что у меня обычный мыльный раствор. Давайте покажу, как я это делаю. Я сейчас хочу прям хорошо заштриховать лицо. Так. Красочку макнем. Макнем в красочку. Видите, иголка очень там толстая. Лишнюю берем. Не смотрю в камеру, смотрю. Я делаю заштриховкой. Чтобы зарисовать, но не сделать черным. Первый раз. Так, вот линию, например, провести, да? Очень тяжело, потому что коврик движется. Неудобно на коврике. Наверное, надо попробовать на банане. Толстая иголка слишком. Сейчас я посмотрю, не продавила ли я коврик. Ну, так прикольно. Ой, проткнула. Надо рукой держать коврик. Ребят, я первый раз. Я хотела попробовать, машинку давно заказала, она лежала. В принципе, вот смотрите, если, например, бровь, да, нарисовать сейчас, краску макну. Не вижу, что в камеру вообще делаю. Я педалькой нажимаю вон. Так, вот, например, бровь, да? Сейчас посмотрим. Со штриховкой. Ну, конечно, у меня такая бровь получилась. Ладно, давайте нормальный изгиб. Так, теперь вот так вот, штриховкой. Надо все иголки попробовать. Так, стираем. Берем ватный диск. Сейчас положу. Так, ну вот я стерла, можно сказать. Сейчас сухой диск возьму. Прикольно так-то. Я хочу себе маленькую татуировочку, маленькую просто сделать, тонкую, но это надо опыт. Бровь. Линии хочу стренироваться штриховкой. Ну-ка, например, вот плавные линии. Вот видите, какая толстая. Не проколоть глубоко. Ой, вот проколола.
Вот, например, прямую линию. Ага. Ну, очень толстая игла. Вот. Осталось что-нибудь интересное? Слишком поверхностный слой. Не видно ничего. Ну-ка, это вот сейчас. Ну, это более-менее. Не проколола. Ну, коврик, конечно, это так. Такой коврик в наборе был. Машинка. Это, наверное, усилитель. Еще чехольчик такой был. Так, что еще было? Сейчас покажу. Перчатки были. Две. Резинка вот такая, чтобы на машинку, чтобы машинка вот в этом месте не скользила. Да, конечно, высоту иглы я так и не поняла, как регулировать. Можно вообще ее чуть пониже сделать, вот в половину, где я показываю. Очень длинная, очень. Так, это ручка. Ручка, смотрите, какая толстая и какая иголка тонкая. Также здесь вот такой гель был. Наверное, для закрепления вон иголки. Надо, наверное, вот это 7. Это еще больше игла. Вон сколько там иголок. Так. А вот это, наверное, то, что мне надо. Да, троечка. Вот троечка. Надо попробовать троечку. Сейчас попробую на банане. У меня банан. Вот я поменяла иголку на троечку. Попробуем сейчас ей что-нибудь нарисовать. Сейчас макну краски. Надо сначала включить, наверное, чтобы набрать краски. А, я убавила мощность. Не знаю, насколько. Вот так наполовинку сделаю. О, сильно иголка вылезла. Ага, то есть это еще и иголка вылазит. О нет, это вообще иголка сильно вон как вылазит. Как же ее поглубже-то туда опустить? Есть какое-то приспособление? Так, ну-ка. Ого, мощность. Ну, давайте попробуем. Ну, это очень неудобно, что игла не регулируется. Вот, вот так торчит. Ну-ка, попробуем. О, другое дело. О, сложно как. Фигня накосячила. Она проколола. Линии сложнее всего делать. Ну-ка вот такой орнамент попробуешь. Тонко очень, наверное. О, по-моему, толще. А, по-моему, я прокалываю. Ну-ка. Конечно, косяк. Надо рукой коврик держать еще. А вот такой заштриховку делать еще. Тонко.
вся уфигачилась краской. Так, сейчас попробую сотру это все. Что там у меня? О, тут иголкой уже четче получается. Четче, да. Да. Ну, наверное, я пробила. Потому что она очень сильно игла торчит. Вот видно. Ручку убрать надо. А, кололась. Ну ладно, тут же все мое. Так, сейчас я водичкой. Короче, неудобно одной рукой делать и второй рукой держать телефон. Ну ладно. Я просто хотела попробовать. Потому что я давно хотела попробовать. Надо тренироваться прямые линии. Я мечтаю тонкие татуировки прям научиться делать. Не для кого-то, для себя. Я очень хочу, например, вот эту татуировку свою. Вот здесь доставить точки мне нужно вот в конце знака. Здесь мне нужно немножко подредактировать. Я хочу вот сюда выше сделать такую шестигранники такие, еле прорисованные. Ну, короче, у меня задумка есть. Так, а теперь проверим, что я там пробила. Пробила. Ну нет, вот это в принципе не пробило, вот это. Вот это не пробито, нормально. То есть и линия еле видная, даже не добила. Вот очень сложно, короче, это отрегулировать. Надо какие-то салфетки, дисков очень много уходит. Вот такой у меня опыт. Машинка, короче, этот набор в коробочке, вот в такой на Wildberries или где, или на Озоне я заказывал. Стоил 1800, что ли. Что хочу сказать, значит. Я пробовала уже на автоматической машинке, без вот этого усилителя, просто которая держит заряд. У нее вот здесь крутится, регулируется длина иглы. Видно, сколько там заряд, мощности. У нее вот не такую вот скорость. 18 ватт машинка. 1,5 ампера. Больше никаких надписей. В общем, там немножко удобней. Здесь иголка очень сильно вылазит. Сейчас я вам покажу еще раз. Вон, видите, какая она длинная. Не знаю, как ее. Вон, как она вылазит. Это очень неудобно. Вот надо, чтобы она хотя бы вот при движении, ну, мне так показалось, не знаю, может быть, коврик потому что двигается. Сейчас что-нибудь попробую еще нарисовать ручкой и аккуратно обвести. Заштриховку хочу попробовать. Вот, кстати, например, вот. Ну, я, в принципе, вот уже попробовала инопланетянчика. Сейчас что-нибудь еще попробуем. Да просто вот кружок нарисовать смогу. О, нет, краски нет, по-моему. Ага, так, если человеку себе, например, делать на коже. А потому что коврик еще не плотно лежит на этой штучке. Так, сейчас попробую теперь треугольничек. А вот трицикл попробовать, если. Так, как он там рисуется. Так. Дальше он как рисуется. А, он ниже. Потом так. 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 Блин, не помню, как он рисуется. Всю руку врызгала. Сейчас посмотрю, как он нарисован. Не помню, как он рисуется. Там, короче, смысл. Сейчас попробую ручкой нарисовать. Треугольник. Треугольник в треугольнике. Как-то. Блин, ручка еще не рисует. Треугольник. Потом вот так треугольник, по-моему. Трицикл. И... Блин, я не помню, как трицикл. Сейчас посмотрю. Так, в общем, он вот так рисуется. Сейчас попробуем. Краски нет. Ой, пробиваем. Наверное, вообще неправильно делаю. Куда дальше-то? Короче, я что-то не то сделала.
смысл в том, что тут три треугольника. Только он не так, а прерывисто делает. Вот здесь надо было. Блин, ну это не заштриховка, конечно, делается. Так на коже будет очень больно. Ну ладно, первый мой опыт. Я пробовала машинкой, ну не своей, не дома, не у себя, там буквально маленький кусочек. Ой, зацепляюсь. А так охота прямо на руке сейчас попробовать точку поставить. Хотя я знаю, что вот здесь очень больное место. Тут самое больное было место, вот тут, потому что и тут сухожилие, и здесь было самое больное. Не знаю, рискнуть поставить вот тут две точки. Зачем они мне? Ну просто хочется на коже попробовать. Сейчас продезинфицирую, возьму спирт. Мало ли машинка кто пользовался. Да никто не пользовался, она была запечатана, новая абсолютно, но все равно надо продезинфицировать. Сейчас попробую. Нет, не буду, пожалуй, не буду. Будет черная и зеленая у меня татуировка. Ладно, это, короче, первые мои попытки. Сейчас сотру, посмотрю, что тут. И пробила ли я или нет. Блин, дисков мало. Ну и трицикл. Ну-ка, кружочек. Ну, конечно, я даже не зарисовала его. Ну ладно, первый раз. Первый блин комом. Блин, на краску бросила диск. Ну-ка, что тут? Ну вот, треугольник я пробила. Сейчас на банане попробую. Так, вот ручкой нарисовала. Сейчас попробую машинкой попробовать на банане. Потом кожуру сниму и посмотрю, там пробила я насквозь ее или нет. Все, погнали. Последняя краска. Я ее нечаянно диск бросила на краску. И нет у меня пока колпачков. Как тяжело прямой линии вести. Прикольно. Так, тут надо сплошную, по-моему. Потолще, наверное, надо. Накосячила. Проколола, по-моему, проколола. Все, надо, в общем, это посмотреть, что там внутри. Все. Так, диски у меня еще остались. Сейчас. Нет, уже дисков нету. А, нет, нету. Сейчас возьму вот какой-нибудь этот грязный. Вот этот. Больше не буду уже сегодня. Вся и так вымазалась, дисков просто нет. Так, что у меня тут получилось? Вроде что-то получилось. Так, ну смотрим. Ну, косяк, конечно. Ну-ка, распечатаю, сейчас посмотрю. Нож возьму. Ой. Сейчас посмотрим. А, проколола. Проколола. Ну, ладно. Ну-ка, еще попробую. Охота прям еще потренироваться. Где там у меня? Линии просто рисовать. Очень неудобно одной рукой. Я просто сама тащусь вот от таких тонких татуировок. Но понимаю, что их очень тяжело делать. Я не знаю, надо по линейке какой-то это рисовать.
Сейчас посмотрим, это прокололо или нет. Прикольно. Ну, очень тонкая работа это. Тонкие татуировки. Мне кажется, они самые дорогие. Но я для себя. Я хотела бы себе где-нибудь сделать такую тоненькую звездочку. Ну, тут изгиб банана. Ну-ка, заштриховка. Так. Краска очень впитывается, а, фигня. Так, ну-ка вот здесь. Белая краска, интересно, вроде все, у меня уже краска кончилась. А, просто как. Линии тяжело делать. Вам, наверное, там вообще ничего не видно. Ну да ладно, я тренируюсь. А, наверное, пробила. Так, а теперь посмотрим, что там прокололось. Не, нормально. Все, я на этом заканчиваю. Пошла руки отмывать. Выбрасывать все. Вон у меня какие руки красивые. Салфетки влажные. Забыла сюда принести. На банане, кстати, удобней. Но надо ставить на штатив телефон. Да, в принципе, зачем мне это? Я просто так хотела снять на видео собственный опыт. Не знаю, зачем показать, что это, наверное, не сложно, но мне кажется, это очень сложно. Ну, это такие рисунки, конечно. Так, надо стереть. Вот у инопланетянина попробовать стереть. Что там, хоть получилось? Нет. На инопланетянин. Я всегда хотела такого себе маленького на руке где-нибудь. Вот здесь, на внутреннем пальце. Или здесь, вот на безымянном, такое личико. Ой. Такой у меня первый опыт сегодня. Нататуировалась. А то лежит машинка уже очень долго. Я все никак не возьмусь попробовать. Просто даже попробовать, как это вообще заштриховка. Как это вообще сплошные линии, прямые. Звездочку очень тяжело сделать. Тонкие линии тяжело. Все, всем пока-пока. Кому понравилось, ставьте лайк. Кому нет, пишите комментарии. Будет интересно. Может, какие-то рекомендации. Как вот на такой машинке, может, кто-то знает, подскажите, как на ней отрегулировать длину иглы. Никак ведь, наверное. Вот эта штучка просто закручивается туда. Я тоже думала, как... Ну, попробовала, вставила, закрутила. Но нету никакой регулировки. Такая машинка. Самая дешманская. Не, ну не самая, еще дешевле, но... Такая иголка. Как там вот иглу пониже сделать? Ладно, все. На этом заканчиваю. Такой страшненький инопланетянчик у меня получился. Заштриховка неравномерно, конечно. Ну-ка, с той стороны косяк. Да, еще какой. Ну, короче, коврик вообще это не дело. Вот какого еще попробовала еще нарисовать. Сейчас сотру, посмотрим, что там получилось. Тоже такого себе хотела всегда. Маленького на руку. Ну-ка проверим. Косяк. Ну, коврик, конечно, очень тонкий. Ну, в принципе, кожа тоже такая. Нет. Белой краской хочу попробовать как-нибудь. Ладно, сейчас вся в черном вымазалась. Сейчас не буду в краску, в белую лезть. Руки все грязные. Ну, это должна быть краска на водной основе. Наверное, отмоется. Сейчас попробую. Вот.
Вот такой мой первый опыт. В принципе, корявенько, но возможно. Нужно руку набивать, нужно вести руку плавно, нужно не мешало, чтобы ничего, чтобы вот подложка не двигалась, чтобы телефона не было в руках. И равномерно. Бывает, просто иголка застревает в этой резинке и поднимает коврик. То есть надо вот так прям вот плотно держать его. Ну, все равно. Я вот такую хочу татуировочку. И инопланетянчика. Такую татуировочку куда-нибудь на внутреннюю часть руки, а инопланетянчика на пальчик. Не знаю, нравится мне рисунки на руках. Почему-то я до сих пор балдею от своей татуировки, хоть она у меня кривая, грубо говоря, на коленке сделана, но не мной. Но все равно она мне нравится. Мое спонтанное решение. Но уже, конечно, мне кажется, она никогда не устареет. Бесконечности. Две здесь. Лотос и вот это вот, как-то называется, не помню. Надо мне вот такого сделать, человечка.